Занялись пошивом масок, или, правильнее сказать, повязок для лица на Брестском чулочном комбинате еще в начале марта. Тогда стояла цель обеспечить средствами защиты работников предприятия. В первую очередь продавцов магазинов. В Беларуси их 300. В апреле в цехах чулочного комбината отшили 2500 масок. Всего два типа. Обычные марлевые изделия и текстильные оригинальные повязки различного цвета с креативными веселыми принтами. Выглядят как модный аксессуар. Наши продукты, которые... не просто носки, они как раз-таки ориентированы на то, чтобы заставить человека улыбнуться, увидев носки в необычной упаковке. Ну и с теми же трикотажными масками, на которых есть улыбка, или схематичное изображение Дарта Вейдера и с прикольной надписью. Это все на то, чтобы даже если мы не видим улыбку под маской, мы... были уверены, что она под ней есть. Креатив против коронавируса. Строгие черные или веселые разноцветные маски срабатывают как психологический барьер. Люди чувствуют себя в них более уверенными и защищенными, а веселый рисунок поднимает настроение. И хотя сегодня найти маску в Бресте не составляет труда, они есть и в аптеках, и в торговых центрах. Спрос на продукцию есть, уверены на предприятии. Работники по максимуму сейчас переведены на пошив масок, потому что в данное время это достаточно востребовано. Продукция. Мы разработали два вида повязки, повязки сувенирной. Она есть с принтом, есть без принта, есть различная цветовая гамма. Подходит как для людей старшего возраста и для молодежи. Есть очень креативные принты, которые желают вам спокойствия, здоровья. Мы постараемся обеспечить максимальным количеством и сделаем все возможное для того, чтобы не было перебоев, чтобы люди чувствовали себя защищенными, спокойными, конечно же, красивыми. Новая продукция пользуется популярностью, соответствует ценовым параметрам и создает настроение. Казалось, что еще нужно. Но Брестский чулочный комбинат – то предприятие, которое идет в ногу со временем и нестандартно подходит к делу. А еще всегда старается удивить покупателя. Вскоре в магазинах Беларуси появится еще одна новинка от Брестской чулочки. Это герметично упакованные в прозрачные стаканчики наборы из маски и антисептика. Функционально и оригинально. В любое время, будь то... сложная эпидемиологическая ситуация, да? Мы стараемся искать позитив и радовать наших покупателей, вот, потому что позитив – это то, что поднимает настроение, то, что даже улучшает иммунитет, поэтому мы рады радовать наших покупателей. Кстати, на прилавках магазинов есть и оригинальные партии коронованных носков. Такие противовирусные рисунки добавляют позитива, и это то, что так важно сейчас.